Капитан, из-за сигнала пси-дисраптора, мешающего сообщению зеркал друг с другом, раи в беспорядке расселись по поверхности, что дает флоту возможность сесть. Но вокруг молодого высшего разума все еще много защитников. Алексей был прав. Дисраптор — это путь к победе. Если бы я его уничтожил, как советовал Дюран. В любом случае, капитан, мы должны сейчас сделать то, зачем пришли. Мы разобьем высший разум во имя человечества. Примите к сведению, капитан. Ваши датчики засекли 3 мозга, которые составляют ядро обороноспособности высшего разума. Их особенности неизвестны, так что будьте осторожны. Выпускайте свои войска и не дайте зеркам выжить. Как только вы доберетесь до высшего разума, санитары должны накачать его сильно действующими наркотиками. Тогда мы можем быть уверены, победе. И помните, что Дюран все еще где-то здесь. Будьте осторожны. И удачи вам. И вновь конец брифинга, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, я Дезертир. Очень-то мне это нравится. Эта гадость нас все-таки атакует. Ну ладно. Давайте мы не будем пока зацикливаться на этом. Будем подстраивать с вами наших юнитов. Ну как-то то, что у нас уничтожили часть бункеров, это не очень круто. У нас тем временем готовятся CV-шки. Что у нас здесь вообще есть? Да ничего, в принципе, у нас здесь нету. Нам нужен отряд, чтобы уничтожить пару подземных колоний. Посмотрим, какие в первую очередь, какие во вторую. И что у нас здесь есть, смотрите. Высший разум. Мозг. Еще один мозг. Получается. Два мозга и, соответственно, отдыхающий юнит. Ладно. Ладно. У нас еще появились дорогие сердцу ребята. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. И мы, наверное, я будем их как-то сейчас подстраивать. Я разберусь. Может, мне кто-нибудь заплатит? Попробуем уничтожить. Что, простите? Серьезно? То есть морпехи разучились стрелять? Простите, что? Неподходящая цель, серьезно, да? Замечательно. Просто великолепно. У меня морпихи стрелять разучились. Как вам такая новость? Давайте построим здесь бункер. Может, мне кто-нибудь заплатит? Все чисто.
Да мы уж поняли, что ты тут как тут, только тебе дай возможность. Так, вот у нас ACV-шка готова, надо починить наш суплай. Тихонечку прокачиваем здесь все. Берем отряд в руки. И, собственно, подстраиваем базу. Давайте я к вам вернусь, когда я подстрою базу полностью. И расскажу, если что, откуда на меня нападали. И чем и как я отбивался, думаю, я вспомню и расскажу. Надеюсь. Было бы неплохо, по крайней мере. Вот у нас еще одна СТВ-шка готова, но я думаю отправить ее уже на добычу виспена. Ладно, все, не буду больше вас задерживать, вернусь скоро. Ну что ж, в общем, я, построив энное количество крейсеров, так и смог добраться до сюда и как-то разобраться с большей частью гидры и всего прочего, что здесь было. А, это жестоко на самом деле, но ладно. Так. Давайте уничтожим мозг. Надеюсь, у нас это получится. Не боюсь сообщить. Больше у нас не будет проблем. Так, ну вот почему-то у моих ребят у меня получается уничтожать мозги. Так, надо спасать крейсер. Так, разрушаем. Хотя это уже не имеет особого значения. А в принципе без мозга он не функционирует. Так что все отлично в этом плане. Эй, я вообще-то сказал, смотайтесь отсюда к хренам. Следую к цели. Ну что ж, вернусь, когда дойду до второй базы. Или что-нибудь в этом духе. Ну а пока будем продолжать развиваться в направлении воздуха. Искал, простите, воздуха. И зачем построил еще одну землю. Точнее, не землю, а улучшение на землю. Ну и ладно. Мою сообщение. Дайте... Замечательно. А, крейсеры довольно сильные штуки. Если их много, так дайте... вообще жесть. Жестейшие. Поэтому будем через них пока что идти. Приступаю. Дайте... Как-то так. Курс. Следую к цели. Ну и теперь наша задача дойти до мозга. До мозга костей. Дайте курс. Приступаю. Помедленнее. Замедлит же, падла. Замедлила. Нам бы сюда рабочих как-нибудь провести, но с этим есть тоже некоторые проблемы. Насколько я помню, эти уже не активны. Можно их не бояться, не опасаться и так далее. Итак, что я решил сделать, это починить все крейсеры, которые у меня сейчас в данный момент есть, и вернуться уже
на трапу войны, так сказать. Так и будет. Ну что ж, мы тут немножко расположились, как бы. Надеюсь, дальше у нас будет все хорошо. По идее, должно быть все хорошо. Занимаемся стандартными извращениями. Перебрасываем танки. Ну, пока и потихонечку проходим пока дальше. Думаю, что все происходит прям-таки замечательно. Давайте выгонять дальше наши танки. Вот у нас еще троечка есть снизу. Сейчас мы их выгоним подальше. Так, убить эту гадость, пока она не убила наших... Отводим дальше крейсеры назад. Ну, а теперь все повеселее. Так, простите, не то. Тебя сюда. Взять танки, выделить. Подвести всю эту гадость поближе. Разложить резко. Отлично. Складываем. Быстренько продвигаем выше. Эй, отодвигаем чуть-чуть назад. Назад. Это там гидры много. Отлично. Отлично, 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 замечательно. Танки отличнейшим образом справляются со всем, что у нас здесь есть. Да и не только танки, в принципе, я думаю. Так, надо сейчас разложиться немножечко и вот здесь вот. Приступаю. Прокатиться по всему этому делу. И будет. У нас много гидры. Дайте курс. Так, отлично. Ой, надо танки защищать. Откатываемся чуть-чуть сюда. Давайте быстро-быстро-быстро-быстро-быстро вперед. Бегом, 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 бегом. Дайте мне
Оу, минус 3 танка, рили. Это же было жестко. Не сомневайся. Это было жестоко. Добрый день, командир. Следую. Так, отлично. Ну, в целом, главное, мы проходим дальше. Не подходящая структура. Лично не даем ему как-то работать здесь. И не забываем все-таки продвигать войска дальше. Так, насколько я помню, нам надо было уничтожить вроде второй мозг, нет? Так, надо перебросить сюда детектор. А то без детектора как-то не алё. Ну ладненько, повыше заберемся. Отлично. Следую к цели. Дайте курс. Так. Не сомневайся. Медленнее. Уничтожаем всю эту гадость. Уничтожаем этот мост. Просто всеми залпами Ямато. Более он нам не опасен. Что по сути просто замечательно. Все его структуры больше не действуют и недееспособны как таковые. А, так, что я хотел попробовать, это поставить на все точки наших юнитов. И что нам это дает? Собственно, ни хрена нам это, честно говоря, не дает. Прекрасно. Добрый день, командир. Приступаю. Так, задача миссии. Рыцарь санитара. А. Окей. Санитары. Не прочитал, видите, простите. Раз, два, три. Санитара, пожалуйста, достройте мне. Один у меня есть. Если головка болит, я тут как тут. Ну что ж, вот у нас прибежал последний медик, и мы загружаем его внутрь. Санитары уже на месте и готовы приступить к заданию. Извините меня, адмирал, я хочу кое-кого представить. Ура! Ты сукин сын, что все это значит? Адмирал Тухой! Я много слышала. Кто? Что, черт возьми, это такое? Я Эрик. Зерги, которых мы убили здесь и высший разум, мои. И нашего общего друга Дюрана. Видите ли, адмирал, вы здесь слишком многим мешаете. Нам совсем не хочется, чтобы вы здесь оставались. Вы можете мне не поверить, но я могу прекратить ваше господство на
над зергами. А, вы об обсидисрапторе? Он не всегда будет вашим. Рано или поздно я его уничтожу. Тогда вы увидите, на что способны зерги. И, кстати, адмирал, ваш друг Суков стоил двоих таких, как вы. Я рада, что мне не пришлось убивать его. Вот такие вот дела, ребята. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и пока-пока. Зерг, миллионы челюстей этой ужасной расы могли поглотить всех наших зрителей. Но теперь можно расслабиться. Наши войска завладели самым сердцем мира чар. Война с зергом продолжалась не один месяц. И вот, наконец, вооруженные силы директората полностью контролируют планету чар. Колыбель, где зародился сверхразум, сам Зерг и огромные полчища разумных организмов распространили свой контроль на всю империю Зерга и вынашивали планы завоевания самой планеты Земля. В бою великолепно подготовленные войска директората оказали достойный отпор звероподобным солдатам Зерга. Даже самое жесточайшее поколение их воинов не могло противостоять достижениям величайшей военной технологии в галактике. Войска Зерга на планете Чар были полностью уничтожены. Их потери исчисляются миллионами. Но ни одна война не бывает без жертв. Хотя войска директората понесли минимальные потери, вице-адмирал флота Стуков отдал свою жизнь во время последнего удара по планете Чар. Церемония памяти прошла на борту флагманского корабля «Александр». Вице-адмирал Стуков знал, что такое самопожертвование. Но эти жертвы были не напрасны. Главным трофеем стал сам сверхразум. Сейчас врачи директората с помощью мощных лекарств усыпили монстра. Суперразуму предстоит пройти тщательные исследования. Таким образом, будет гарантирована постоянная безопасность объединенному директорату Земли и всему человечеству.